Ясно! Добрый Бучнев! Тем не менее, Северсталь в чужой зоне шайбу, бросок по-бобровски выкатывался. Кто это был-то? А, это Павел Буchnevich. Еще разочек, и гол! Хватает шайбу, выкатывается первый бросок. Не тушуется, подхватывает, подчищает, собственно, за собой. Выкатывается на оперативный простор. Там опять-таки свобода. Свобода, еще раз свобода. Но это не отменяет заслугу Буchnevich. Хлесткий бросок под штангу.